На аукционные торги, которые пройдут 4 апреля в Гомеле по улице Гагарина, 20, выставлено имущество предприятия «Гомельоблстрой». В поселке Кореневка Гомельского района продается промышленная площадка со снижением начальной цены на 50%. В ее состав входит 5 объектов. Единым лотом продается здание главного корпуса, базы и котельная. Начальная цена чуть более 600 тысяч рублей. Также можно купить помещение административно-бытового корпуса. Начальная цена продажи – почти 140 тысяч. Примерно за 15 тысяч можно приобрести проходную. Стартовая цена материальных складов – около 380 тысяч. Полная информация о всех выставленных на продажу объектах недвижимости есть на сайте Гомельоблрекламы. Контактные номера телефонов Гомельоблстроя – 8044-769-1961, 8029-185-37-18 или 8-0-232-53-27-62. Свои вопросы можно также адресовать, позвонив в Гомельоблрекламу по номерам 8-0-232-23-23-54 и 8-0-232-23-23-56.